Туханчер-Алтынбесык. Такое название носит областная краеведческая олимпиада среди школьников. Она стартовала сегодня в Уральске, собрав в рамках интеллектуального конкурса 55 подростков со всего региона. Все подробности далее. Организатором мероприятия выступил областной центр детско-юношеского туризма и экологии. Олимпиада проводится один раз в два года. Это шестая по счету и называется она Туханчер-Алтынбесык. Олимпиада басты мақсаты. Главная цель этого конкурса – патриотическое воспитание молодого поколения и повышение уровня знаний в краеведении. Участвуют ребята из города и районов области. Это 11 команд, в их числе 55 участников. За победу ребята поборются на трех этапах. От участников Олимпиады требуется знание истории родного края, поскольку заданий немало, и все они как раз касаются этой темы. Впрочем, одних знаний недостаточно. Олимпиада командная, и действовать придется слаженно, чтобы обойти соперников, отмечают сами участники. Мои цели таковы – занять первое место, перейти более выше, показать свои знания, знания своей страны, родины, своего села, показать, насколько мы сильны, быть сильнейшими среди других соперников, показать, насколько мы способны и доказать, что мы сможем и быть выше этого. Итоги двухдневной олимпиады Туханчер-Алтынбесык подведут уже завтра, 25 ноября. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.